Что в нашей жизни самое дорогое? Деньги? Ну, конечно же, нет. Карьерный рост и успех важны, но, наверное, и это не самое главное. Здоровье близких нам людей? Да. Счастье наших детей? Это, конечно же, самое дорогое. Каждый из нас о чем-то мечтает и стремится исполнить свою мечту. Но бывает так, что возможность осуществить мечту другого намного ценнее, чем исполнить свою собственную. Знаете ли вы, о чем мечтают ваши дети? Эти игрушки сделали дети своими руками. На них они написали свои мечты в надежде, что в новом году они исполнятся. Вот Катя, ей 13 лет, мечтает съездить в Санкт-Петербург. Коля, ему 8, мечтает о спортивных победах. Наташина мечта, чтобы ее родители никогда не ругались. А 5-летний Сережа мечтает о собаке. Желания детей бесценны, но самое главное, что в наших силах воплотить их в жизнь. Давайте проживем следующий год так, чтобы детские желания исполнялись. Счастья вам, и пусть ваши желания и желания детей вокруг вас становятся реальностью. С Новым годом!